У этого смысле, желудка. камень есть. А что, он пропадает? Нет, он ну, не у всех есть, потому что квесты некоторые не делали. Какие? Но там под целка квесты есть. В яму падаешь, и там выполняешь квесты. Если ты их не сделал, то ты камень не увидишь. Я их не делал, и камень вижу. То же самое, да. Я не делал их и вижу. Значит, вы делали. Нет. Это не циркуль тут. Тут я подходил уже с людьми, и я их тоже не вижу. Там такого не было. Я не знаю, я знаю, что есть ряд людей, у которых какая-то глюка с этим камнем. Я реально никогда в жизни не слышал про эти камни, не делал с ними ничего, никаких вот этих квестов, ничего. Максимум это делал, это на темных рыцарей, которые у меня там локация вот, менялась. Когда ты их вот темных там, рыцарей да. делаешь, там они дается все. Че, так мне небрежно? А, я вас понял. Вот, кстати, я после видео как посмотрел, которое мне ссылка были, я теперь понял, почему ты так хреново депрессишь. Ты, во-первых, прожимаешь мощный удар, не под прок. У тебя нет ротации вообще. Мощный удар не кастуется никогда в жизни. Даже есть макрос на то, чтобы без прока его никогда не кастовать. Ну, рассказывай. Ну, ядрён батл. Заведи, заведи. Они опять пойдут. Заведите их дальше. Говорил же, быстрее на базу. Что, даже арестку поставили на это? Мы профа 25-ку положили. А там надо профа 25-ку, чтобы раз поставить? Да. Любой проф пойдет, 10-ка, 25-ка, без разницы. Да, вы все так ставите, когда мне не будет. У тебя же спрашивали специально, когда ты будешь, тогда-то, вот, а тогда-то тебя, значит, не будет. Вот поставь. Да, да. Пора собирать кару, значит. Эй, а мы через скелет играем или нет? Что? Через паука ж вроде играть. Кокон на хиле разбей. Кокон на хиле. Все вы будете служить.
Нет, на X1 он сбивался, а потом переделали. Сейчас видишь, здесь так. Так где Лимон? Да, будет он через полтора часа, уже 10 раз. А я не слышал, похоже. Второй активировался. Давайте подождем его лучше. Ну, сзади я разберусь. А чё у вас по репе? Вам же вроде всем нужна репа или нет? Нет, нам нужны души. И репа. Да вам танчить еще надо, а не... Ну сделаешь ты, а кто танчить будет? Вижу рэк, это прибился, нормально. Третий кат, значит он по-любому доначит. Белка, если ты случайно сагришься соседних мобов, на тебя ругаться не будет. Не, на ютубке ставим. А шо, отключек не будет этих за охоту? Да я могу сразу все кубик сжать. Убейте меня. Блин, я уже четвертый раз в коп. А вот эти штуки, которые появляются, новые приколы после апдейта, имеет смысл отрубать или нет? Оглушение типа и все такое. Ну типа какой-то прок, если делают, у тебя обозначается такая кнопка на весь. Ее можно включать интерфейс, бой и потеря контроля. Потеря контроля, галку сними. Все, больше не будет появляться. Да, на леди тоже в одного можно.
А с трэшем? Не почистил? О, на трэш только. Так Эджиш вроде там дает этот баф, который агро понижает, не? Ну и чё? Это микстуркины будут проблемы. А ты сейчас на кого квест налидишь? Нажимать, я нажимаю таунт и все. Ну это ж не Гера. Саш, достань стамину. А трэш сбоку не заберем? Какой? А вон там паук, два скелета. А чё, надо эту репу? Ну да, я говорю, только четвертую кату апнул. Неплохо было бы первое кольцо за рейд сразу заиметь, 251. А нет, заимейте еще. Там ж куча трэша еще будет перед профами. А этот, Димон, слушай, ну... А, все, нашел эти фитки. Если что, их только 20, надо будет отправить на крафте. Есть рыба со специями, кушаем ее. А где? А, это другая рыба стоит, но... Со специями лучше в левой стороне. Я сегодня потратил 4000 на все эти бафы, зелья и тому подобное. Так что я с запасом. Рецепт на рыбу со специями берется в Агрила, локация, репутация. Бафы всем. Курва, Шип-шип! Выход!
вопрос, да как гильдю просто собрать, и мне что-то скажешь. Есть 43-й просто попросят. А да, почему нет? Если просятся, значит все, слух пошел, что нормально. Мак, стоп ДД. Тикай самых слабеньких, я пойду подамажу. Мак, стоп ДД, мак. Блин. Хрен себе. Топ он первый был, блин. Ты чё это обошёл меня? А чё ты слачишь-то? Бой, у тебя же пуха такая есть, да? Бери вторую или нет? А лимончику это пооружие. Он-то сегодня с карой не взял. Сколько он дал? Он. Тикай на. Потому что... А нет, у него 2-10 есть. В чем проблема, не знаю. Без чар. Это наш рэк? Вы здесь потому, что наделены... Ну вот, давай спекайся. А, ты спекнулся уже. Понимаете, что на мир пало проклятие... Давайте потихоньку только тащите. Как раз вроде ты танкуешь лестника. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Возрожденный свет. РДД возрожденный. Так что, он выведет? Вот это вестника в сторону. У нас получается 70 было на старте, а конечно ДПС 6. Он ребри вообще в топе должен был быть, если не сидел, конечно, всегда на этих шипах. Так, то шо? Она в соло хилить будет. Да, а тебе что надо?
Я ее забрал. Тебе надо она? А, ну верхний вопрос, я-то думал, ты за. А, это тогда лимон забрал. Я пока не могу использовать эту способность. Блин, случайно кинул войс. Ретрик, упадешь. Попробуй развеять магию, Лач, на эту ауру вот эту, на следующем. Хорошо. И не спи. Так, руля не будет обычки, правда? Или будут? Уже были. Уже были? А, вчера, наверное. Ну что, получилось, Сань? Нет, не снимай. Давай в одного танка и в одного хила попробуем. Сейчас я спекаюсь. Не подведи. Не зря тебе ноги зачарили. Главное, контроль сейчас держите и духов не ловите. Я вам потом все покажу, кто духов поймал. Контроля нету. Нет. Не-не-не. Кому еще череп нужен? Безумцу нужен. Кому? Мне нужен череп, я забираю его анролом, короче, все. Да ты в каре. Вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ой-ой-ой. Текстуры выведи. Лиши, по себе каску, дай второй паладин.
Реш выходит. Может, если мы на второй пати соберем ты? Что-то как-то быстро убил. Он пока говорил, два удара не сделал, с 80 агро до 100 сразу скаканул. Падла. Упала. О, череп упал. Вот это я сейчас... Вот это я сейчас дамажить буду. Нет, иди в пушку. Ой, чё, тебе не поможет. Давайте драться, куда пошли-то. А, ребята, организационный вопрос. Там позже будет вторая десятка собираться или нет? Вон он там, или... Ну, кто-то сейчас озвучил. Да, это я озвучил. Я с лимоном, короче, соберу. Ну, какая вероятность, что будете собирать? Я просто тогда дал расписание там и народу скажу. Да я грибу. Мне надо все равно закрыть, потому что я опять на неделю заезжаю. Уезжаем. У тебя есть возможность мастеролу написать, спросить, будет он, соберет он или нет? А я как бы что, не говорю, что ли? Меня вообще слышно? Да, тебя слышно, но вы будете собирать вторую десятку или нет? Просто убедись сразу сообщить людям. Да я-то буду собирать, у меня-то проблем нет. Вот тогда, ну, во сколько это будет сбор, если что? Когда лимон придет, я не знаю, когда лимон придет. Ты можешь ему позвонить, спросить? Он сейчас попозже нет, придет нет. И сообщите туда. Кто еще в леди с гранью бегает? А, я думаю, кто это? Просто, я не знаю, здесь так, не так. Было всегда, по идее, когда квесты на грань делают, надо, чтобы все грань снимали.
Ну, это на циркуле было, тут я не знаю как. Здесь так же само. Так, ну чё, тогда Орхидея и Ретрик, может, в этот пушке посидит? Только сейчас бездна, ты спекайся всего. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем бить... Ранец нормально работает? Да. То есть на лету, если ты летишь, он откатывается, можно еще раз оттолкнуться, все верно? Да, 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 да. Она нормально сядет, постреляет на 90 плюс, будет разряжать все. Боевой корабль Альянса, все на палубу! Мне прыгать на ту сторону или ты будешь? О, а че, ГП кто-то получил? СЛК-25, оп, не все от 260-го и левела, серьезно. Я не понимаю, что не заморозило. Я лошара, я ранец не делал, взять взял, одеть не делал. Да, я знаю. Я знаю это, я же говорю, я лохнулся. Ну конечно, я летаю. Сели, когда я сказал. Понятно. Сейчас сразу не перелетайте, пока больших не убью. Потому что если они третий стак, то они дамажат так. Да. Они по кораблю бьют сильно. Сюда, пусть заткнет эти пушки.
Ну, потому что в пушках не сидели. Когда я говорил, никого не было в пушках. Потом только... Микстурка сейчас не перелетай сразу после мага. Да, да там их бить-то нечего. Все, улетай. Можно магу ману залить, пожалуйста? Микстурка, потом не перелетаешь. Улетаем. Эх, не верят мне, что я в 241-м там 10 КДПСов целка, чтобы взяли. Говорю, видео доказательства скину, все равно не верит. Все, давайте добивать и пробовать. Мне кажется, не успею. Что-то, по-моему, они убивались в разы быстрее, не? Я, может, что-то нет, не помню, конечно. За три перелета убивается этот корабль на десятке обычки. На офи я играл всю жизнь. Циркуль как на офе был? Да. Там вообще, блядь, не работали корабли, по-моему. Ну, когда ты играл, то, походу, не работали. Получил? Ну, сейчас получаю. Что, открывать или еще не все? Все здесь? Да прилетим, когда станем открывать. Кому труба нужна? Микстурочу. Иди А, уже поздно. О! Микстурки. Или чей это? Чей это? Забери его. Дайте рыбу поесть, пожалуйста.
А чё, меня же убили на леди. Тут один талант не пашет у варов, походу. Какой? Отражение, которое действует на пати. Тут я тоже не видел, что пахал. Соединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу. Смысла почти нет только чуть этот талант, я так понял. А, нет, попадание заклинанием, ага. Старый упрямец. Да. Я буду стоять вот с этого края, пускай Ретри станет вот с этого края. Будет как раз ровный дамаг типа ним. Зря ты холь упал, там стоишь или ты сюда так стоишь. Там Ретри должен стоять. Я бы не сказал, Рост-то что, давай стула. А можно по магам крест? Все, бой, 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 бой. Я не буду собирать вторую. Не знаю, я не заметил. Мак, это ты сейчас отпрыгивал, да, от моба? Угу. А где твое кольцо было? Какое? Которое не это... Пепельное? Зачем мне впервые пепельное кольцо? Ну а зачем ты, блядь, это, танк должен среагировать и забрать за 5 секунд до добегания моба? Ты должен его заморозить и бить дальше. Я ДДшник, я тупорыл, я должен бить, а не смотреть на то, что как меня моба бьют. Зато я просто говорю роль ДД на этом софанке. Тупое мясо. Да, я и говорю. Я тупое мясо. Мне похуй. Живое ДД. А если бы ты его заморозил, ты бы от него не отпрыгивал и дамаг не терял бы. Вот и все. И бил бы дальше своего софанка. Я и так не терял. У меня был прок глыбы, я жёг. Роми, тебя пропустить? Да нет, не надо. Ладно, я целкашку вторую собирать не буду, потому что я так и испугаюсь. А
Пазам. Где? Все срань на меня. Что треки мне так не нравятся. Все в циркле, а материться нельзя. Ух ты! РДДшный? Устав надо делать по-любому. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой вот ни была да. битва, телепорт работает. Отвлекайтесь от нее. Я чувствую, как король лич. Дима, слышишь? Смотри, как я умею, Войд. Давайте валик убьем, они мне вообще не нравятся, когда они летают. Я просто начинаю паниковать, бежать не умею, никуда не могу. А за них здесь валюту дают? Нет. Это подалеку. Это по-маленькому. Нет, если попадет, то убьем. Надо подождать. На уровне колена она льется у него. А можно вопрос скромный, а кто именно открывал ловушки сейчас? Ну, ТП. Микстурка пробегала или нет? Это от кого цветочки были? Не, за кем-то именно цветочки росли, потому что какой-то пэт. Нет, это травмич. Чучело, а это от какого существа? Какой пэт?
Это травничество, когда ты хилку на себя кидаешь, появляется... Понятно. Фигня. Я надеялся, что, короче, этот, вот у совы сейчас, смотрите, питомец сова, вот она цветочки садить должна, я надеялся, что хоть какая-то сова... Это сплотник. Чего-чего? Это спутник, а не питомец. А какое отличие? Спутник у ханта. Ой, питомец у ханта, а спутник у всех. Ну вот, спутник должен садить. Запутал, блин. Это так надо, в Даларане. Сова на минуту дошла. Можно еще холик на минуту отойдет. О, в ГБшечку или ролик? Все, годится. А, ну тогда жду. Не-не-не, тут опасно. Давай, сам. Ну, я плечо лутаю и в ГБ ложу, правильно? А я плечо тоже случайно нажал. Рома, это холик ставлю. Ну, как разница. Её ж поломали. Не, вчера было или когда тут? Нет, а это уже постоянно практически, через раз. На микстру упали.
что странное. 15% по рейду сейв, уменьшение урона. У тебя 30, а у паладинов херовый по ним дамаг будет. Вара, да, варчик готов. Давайте стоим, тут сейчас мобы побегут, ловушки. Открывайте. Стоим все. Вернитесь назад, пусть один идет. Нужно подойти поближе. Нападем на них сзади. Вы здесь? Не достаю. Слишком далеко. Что, теперь можно на перерывчик? Ага. На минуту. Давайте. Точка. Белка, ты чё от меня хочешь? А. Тебе вчера фартануло брасы на курика такого. Ты ж в дереве вообще бывал, правильно? Ну да, да. На груди магии клеток вчера впервые был. Да я просто забыл в первый раз. А мы кого садили на замену, кстати? Никого. А чего? За 100% от начисленного ебать. Если человек сидел, ждал, и по моменту, когда ему говоришь, давай в рейд, он заходит, то даем. Если он не откликается в течение там 30 секунд, минуты, то ничего не даем, соответственно. У нас многие вот так вот с нами в Дискорде сидят, разговаривают, слушают. Это надо с Медвеем. Мы все собираемся какой-то день выбрать. Вот он с понедельника вроде будет начинать играть нормально. Выберем какой-то денек, полчасика поговорим по поводу этого. А можно на минутку отойти?
безумие